Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Хост Раннер. Призрачный бегун, ребят. Продолжаем. Вот мы с тобой там где-то остановились, я уже не помню где. Мы где-то остановились. Вот, продолжаем с тобой. Сразу скажу, вебка может начать лагать. Вебка может начать лагать, потому что у меня солнце заходит. Вечер, ребят. Солнце заходит, а свет основной не включен, ребят. Так что, если что, можешь начать вебку лагать. Потому что у меня плохая старая, ребят, вебка. Вот. Так что, если что, да. Мы приехали куда-то. Да. Так, время у нас пошло. Время я тоже запомнил. Надеюсь, уровень не длинный. Ты кто такой? Какой-то интересный мужчина. Ты чё так долго? Да. Подожди, ты хрен моржовый. Подожди, а у меня же какая-то способность, по-моему, нет была? Подожди. А как мне его это облюбовать-то? Проблематичный малый. Какие вы, блядь, проблематичные. Да, ребят, вот с ним мы попотеем. С ними мы попотеем. Сам на пулю прыгнул. Так, подожди. Подожди, блять, мне надо как-нибудь за спину заходить. Тихо, собрались. Собрались, ребят, тихо, подождите, собрались. Собрались, тихо, подожди. Ай, пидоры друг друга страхуют. Так, тихо, собрались, ребят. Понял, подожди. Да, мне хана, да. Несложно. Ну, просто минус в том, что, ребят, они козлы. Как я уже говорил, не знаю, ребята, пройду я до конца или нет эту игру.
будем стараться. Я должен, ребят. Их щит, кстати говоря, когда мы подходим. Когда мы подходим, их щит нас убивает. А интересно, если я эту навык свой применю на Q. Если я применю свой навык на Q. Я хотел ему прыгнуть за спину, ребята, если кто-то не понял. Да. Я хотел ему прыгнуть за спину. И потом применить на Q навык. Так, все, давайте, уже до автоматизма уже отрабатываем. Хорош. Сука. Почему сейчас не получается? Почему у меня сейчас не получается? Понимаю. Да, я, ребят, предупреждал то, что я вырезать нихуя не буду. Да, кто-то скажет, да вырежет этот момент. Давай покажи, как ты уже прошел. Нет, ребят. Мы будем наблюдать то, что мы наблюдаем. Так. Выдохнули. Попытайся остановить эту машину. У тебя должно получиться. А, наведите курсор на объект, который хотите взломать. Сделал. Двигатели совместимы с щипами Атма. Инженеры не смогли управлять ими силой мысли. Вот примерно так же. Пизда там. Щитовики, это, конечно, жопа, ребят. А, тут сверху. Понял. Блять, кнопок столько надо нажимать, ребят, уже все путаюсь. О, проехал как-то. Нет. Тут нет пасхалок никаких. Я получила доступ к их локальной сети. Скоро мы узнаем их план действий. Нет, хорошо. Стоять! Вот там потоком, тут потоком. Щитовик, это кто? Больно не будет. Второго можно было через кьюшку, да, убить? Ты чё так долго? Да иду.
А что, через кьюшку его нельзя? Подожди. Чтобы, знаете, сразу узнать. А, у меня кьюшка закончилась, понятно. Теперь надо ее набивать заново. Я кнопки начинаю, блядь, все подряд жать. Вот в чем проблема, ребят, когда начинаешь нервничать немножечко. Начинаешь кнопки все подряд жать. Оу, подожди. А я куда ушел? А что за место? Ко мне там с ними обязательно, что ли, танцевать? Подожди, а мне что, реально с ними обязательно танцевать? Понял. Тихо. Это хорошо. Так, там пасхалку, кстати говоря, я видел где-то. А вот здесь. Лучше новый предмет, ну-ка. Вот такая катанка. Вот такая, ребят, катанка золотая. Какие, знаете, если честно, катанки все какие-то однообразные. Все какие-то, ребят... Все какие-то однообразные. И что делать? Процесс завершится тогда, когда подъемники достигнут верхней станции. Иди в пост управления. А что это за хуйня? В пост управления. И побыстрее. Добраться до терминала управления Амида. Я не против, а вот это что такое? А, так. О. Понял. Интересная штука. Возможно, потом будем использовать. Ну, невозможно, а будем использовать. Повторение, ребята, мать учение ее за ногу. Задержать их отступление. Сейчас бы не помешала помощь восхождения. Жаль, что повстанцы погибли так быстро ради благого дела. Это было и твое дело. Они заботились о своих семьях. Куда идти-то? А я о выживании человечества. Все зависит от того, как на это смотреть. А куда идти-то? Подожди. Нам сюда? Он здесь! О! Здорово, давно тебя не было. Давно тебя не было, чувак. Я соскучился. Это вообще чуть легкие. Ну, когда они поодиночке, вот так они легкие. И там щитовик, да? Да, для меня, да, я же призрачный бегунчик. Бегунчик. Мне вообще насрать. Мне же вообще насрать. Тихо, 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 тихо.
Нет, не туда, блядь. Да, блядь, надо быстро это все сделать, надо быстро развернуться. Сука, я думал, там пол, блядь. Там нету пола. Я, блядь, в баг попал. Я застрял, ребят, там баг был. Аж сам, блядь, начинаешь двигаться. А ты справишься? Я, конечно, не компьютерный гений, но система у них дырявая. К тому же у меня есть атма. Нейроимплант. Да, до переворота они были у всех. А теперь? Они уже не обязательны, но у людей сохранились. Особенно у тех, у кого... Блядь, подожди, мне надо из них стену сделать, я правильно понимаю? Успею. Спасибо, блядь, за такие шикарные сейвы, блядь. Да, так. Все кнопки понажимал, блядь. Припёрся! Да, припёрся, блядь. Прыгай сюда. Прыгнул, блядь. Ты меня звал? Я пришел. Ты хотел, чтобы я пришел? Я пришел. А нечего было, блядь, звать, да? Есть. Хозяйка, о, небо! Знает, что наша цель Амида. Нас будут ждать. И каков путь? Это не... Есть еще одна станция. Это не небо. Путь туда займет несколько часов. Ты можешь добраться и своим ходом, но на это уйдет еще больше времени. А что нужно? Ага. Понял. Слишком медленно, ребят. Подождите, а как мне здесь быстро-то сделать? У меня же... Ну, стрейф есть. А, мне же надо точно, блядь. Вот прям это хардкорненько. Сука. Ну, блядь, зачем такой тайминг жесткий, разработчики, блядь. Вот, блядь, прям вот, прям надо писи в писю. Я не умею писи в писю. Подожди, а чё-то меня хотят? Чтобы я их здесь всех поубивал? Видимо, да. А почему у меня в тот раз получилось, а сейчас уже не получается? Алло. Перебили. У ключей тоже есть чипы в мозгах? Да, как и у всех, кто родился до переворота. А что? Их можно взломать? Я так не думаю.
она не сможет. Этот мужик, это наш босс, он мне что-то немножко не нравится, ребят. Стреляй. Я научился, ребят, профессионал. Там снизу еще один. А где он? Хорош. Ого. Мне повезло. То, что я посмотрел вовремя вверх, ребят. То была бы жопа. Терминал прямо по курсу. Времени осталось совсем немного. А, туда надо направо. Сам уже прыгаю, блядь. Оу, блядь, ты... Ещё и меняется, падла. Собака. Подожди, она меняется. Я не понимаю, подожди, мне что надо? Мне надо так. Ой, бля, опять сюрикенки. Так. Сначала надо самую дальнюю. Да, потом эту. Последний подъемник почти добрался на верхней станции. Лучше поторопись. Есть, успели. Пися в писю, как говорится. Опять какой-то обычай. Время в кибербездне течет медленно. Майнкрафт. Но нельзя оставаться здесь вечно. Проход в ад, ребят. Еще немного, и мы не успеем попасть на подъемник. Проход, ребят, в ад. А, не сюда мне. Подожди. И как? Подожди, вот так? Ха, сука, хитро. А, вот так, а, это просто, я думал спиной надо, это просто скрыто это. Надеюсь, ты не забыл, что часики тикают. Поторопись. В этом месте невозможно ориентироваться. Значит так, благодаря фаерволам я оставался в живых последние 20 лет. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Я сориентировался, запомнил, нарисовал в голове, ребята, все хорошо. Не горюй. Будь ты просто человеком, было бы еще меньше смысла. Что делать? А. Ну я вижу ее здесь, ну. А, надо теперь пройти. Ноль из пяти. Все.
блин, реально Майнкрафт, ребят. Просто Майнкрафт. Захотелось в Майнкрафт поиграть. Отлично. Любопытно. Похоже, буфер датчика безопасности. Сохранились кое-какие данные. Какие данные? Обрывки нейросканов бегущей тени. Они помогут улучшить твой программный код. Откуда они здесь? Вероятно, один из воспользовался подъемником на небе. До того, как повстанцы Мары отключили внутреннюю систему охраны. Другая бегущая тень. Возможно, это был ты. Пакман. Хорошо, что за нами никто еще не гонится, ребят. Это получается наше сознание. И... Да, может, надо спиной идти? Я просто иду назад, ребят. Сконцентрируй в левой руке энергию, а затем выпусти ее. Что? Не думай. Действуй. Извините. Неплохо, мне нравится. Все равно это просто визуализация. Как это работает в реальном мире? Внутренняя гидравлика будет создавать быстрые микровибрации. Резкое изменение местного давления приведет к направленному взрыву. Очень надеюсь, что твоя недолго, что поставили ополченцы, выдержит она. Слушай, прикольно, 1-2, да, получается? Основным назначением приема было сдерживание толпы. Оружие нелетального действия. Сейчас, разумеется, нет необходимости сдерживаться. Кстати говоря, время дальше идет у нас. У нас время дальше идет, ребят, 27 минут уже. Прикольно стоит вот эта хрень с отталкиванием против щитовиков, я думаю, будет и самое... И вот что. С помощью шквала можно отражать снаряды. Попробуй. Попробовал. Вроде того. А, то есть можно этой... Ну, прикольно, он, наверное, перезаряжаться будет долго, но навык на самом деле очень полезный, ребят. Даже если он просто будет опрокидывать немного врагов. Практики, и ты будешь готов. Даже если он просто будет опрокидывать врагов, но их не убивать. Превосходно. Идеально. И даже если он просто будет опрокидывать врагов на время, все равно это будет очень круто. Потому что здесь каждая секунда, даже я скажу. Каждая микросекунда очень важна. Подъебал. Я думал, что он стационарный. Подожди. Не будем торопиться никуда. Торопиться нам нет. С этим мы разобрались. Все, путь к Амиде мы сделали, ребят. 29 минут, 53 смерти, мечи один нашли.
Следующую серию уже увидимся, там продолжим. Будет новый уровень, ребят. Осталось где-то 10 уровней нам еще. Каждый уровень по серии мы где-то проходим. Вот. А, кстати, новые модули. При одновременном убийстве двух и более противников дальность шквала значительно повышается. Объем концентрации повышается. Но время его восстановления значительно увеличивается. Я бы... Вот это бы взял. Да, я бы взял его бы. Потому что снаряд, отраженный мечом, возвращается стрелку. То есть нам это уже не надо, получается. Ключей больше нет, подъемники наши. Пора подниматься. Наша следующая цель находится в самом сердце Дарма-Сити. А, подожди, на какую кнопку нажимать? На Q же, да. Чё, мне не работает шквал? Стоять, бояться! Чё, у меня шквалка не работает? А шквал-то чё не работает? Я не понял, у меня же шквал. А, он не заряжен, блядь, понял. Ага. Или он не заряжен был, чё? Вот теперь он заряжен. Да. Ну, блять, конечно, все заново. Иди-ка нахуй. Ханаки. Хорош. Ну, это классик просто. Это, ребят, уже классик. Он прыгает, блять, специально на эту хуйню горящую. Спокойствие, блядь. Да стой ты! Блядь! Пидорас, я думал, уже конец. Или подожди, лет у нас конец был. Подожди, вверх по башне, подожди, лет у нас конец был. Да, мы же прошли, получается. Перейти в меню, подождите. Я что-то туплю. Мы, наверное, прошли, да? Продолжить. Если мы продолжим, откуда мы начнем? Вот. Да, все, что я туплю? Да, все, выходим. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Что-то я туплю, я думал, как бы это еще не конец. Я думал, там, я привык к тому, что в конце у нас лифт вверх поднимается. Увидимся с тобой уже в следующей серии, там продолжим. Всем до встречи, всем пока.